Тун, 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 тун. Тут рубрика Заставка. Короче, всем привет! Запускаем новую рубрику в наших социальных сетях. Это новости нашей студии. Для чего вам это нужно смотреть? Для того чтобы понимать, что у нас снова появилось в студии и какие возможности, а может быть, даже скидки, вы можете получить, снимаясь. У нас все поехали! Первое, что хочется вам рассказать ну, выпуск первый, поэтому новостей будет сразу много. У нас в студии появился второй телеобъектив. 70-180 тамрон. Uh, у нас их теперь два, значит, можно писать равноценно выпуски с одинаковым фокусным расстоянием, uh, различные планы брать, крупные, средние. В общем, очень удобная штука, у с учетом того, что у нас появилась еще и 26 студия большая, 86 квадратных метров там, этот объектив подходит вообще идеально. Из новостей еще у нас операторы набрались опыта, они могут снимать и горизонтально, и вертикально видео. В общем, важный момент, у нас появился четвертый микрофон Шур. Это значит, что мы можем теперь писать подкасты параллельно с одинаковыми микрофонами, потому что периодически спрашивают именно Шуры. С чем я в целом согласен. Я бы тоже просил этот микрофон, а я его попросил. Едем дальше. Появился восьмиканальный рекордер. Это вообще потрясающее приобретение, потому что он позволяет писать сразу 8 каналов, раздельно. Также мастер, куча эффектов. Мы его еще толком не успели потестировать. Если интересно, снимем обзор и тест на него. А пока что откладываем его в сторону. Также у нас появились новые петлички Holy Land, но мы... Тоже их тестируем, это мы поэтому вырезаем пока что. В следующем месяце расскажем. У нас была попытка купить профессиональный видеомикшер. К сожалению, он не устроил нас по качеству. Там было большое время задержки, плюс еще фрезы появлялись. Э -э решили отказаться от этой покупки, и в данный момент находимся в активном поиске. Так что если вы одинокий видеомикшер, которому нужна своя видеостудия и несколько трансляций в день, напишите нам в комментарии. HDMI и SDI входы обещаем. Это, если что, импровизация. Не думайте, что я заготовками. Ладно. Продолжим. Технические моменты мы вроде все обсудили. Также у нас в этом месяце произошло обновление интерьеров залов. То есть сейчас я нахожусь в 13-м. Мы здесь обновили покраску стен и немножечко мебель и интерьеры в 11м зале то же самое произошло в 13 ой, в двадцать шестом зале там вообще перманентный ремонт происходит и обновление поэтому очень многие приходят и удивляются как все быстро меняется и кстати про 26 зал а, так как он еще у нас в условно тестовом режиме то есть мы там обкатываем различные зоны съемки различные решения по свету а, он у нас идет по базовой стоимости как и во всей студии но я думаю что в ближайш в ближайшие 2-3 месяца будет повышение стоимости, если вы хотите посниматься в огромном зале, где есть еще и белая циклорама. Поэтому пишите скорее нам, чтобы забронировать зал по обычной цене. И обновление, касающееся непосредственно денег, услуг. Это мы обновили стоимость абонементов на 20 часов. Он теперь у нас стоит 47 тысяч вместо 50. Это значит, что мы сделали скидку вам 16%. И это очень выгодное предложение по версии моей. Но вы должны подтвердить это, потому что взяли калькулятор и проверили уже циферки. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех событий, которые происходят у нас в студии, в том числе различных акций и приятных бонусов, то скорее подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам данный формат. Если все зайдет и все понравится, мы будем ежемесячно выпускать такие выпуски. А значит, нам надо будет придумывать постоянно вам какие-то бонусы и обновления.